твоя, я? Добрый вечер, господа. И всем приветики, всем приветики. Вы красотка, спасибо вам. Мариночка, здрасте. Из Северско-Томской. Привет, Северск-Томск. Привет, Мариночка, как ты? Прекрасно, прекрасно, спасибо вам. Так, так, так. Ну, как прекрасно, немного, конечно, устала, но, тем не менее, такая приятная усталость. И я кофе пью в аэропорту, я тоже. Cheers! За здоровье! Вы достойная женщина. Спасибо, здрасте, Мариночка. Привет из Башкирии. Башкирия, привет. Так, народу еще много, поэтому я предпочитаю всегда проходить после, в конце уже. Мое место все равно никто не займет. Ну, передаем привет Сибири и Сибири, а привет. За здоровье. Куда летите? Я лечу обратно в Гуанчжоу. Тата молодец, большая. Ну, не знаю. Так, так, после дешевого цирка и я с этой. Воздуха уважала, что больше надо. Надо уважать себя, как вы. Ну, девочки, как-то вот, ну, не смотрите однобоко. Ну, люди все разные, во-первых. Да, конечно, это крайне неприятно, как, когда люди до такой степени промывают другим людям косточки. И так вот грязно их обзывают. Это, ну, не, кто, у кого-то есть силы на то, чтобы прощать. А, чтобы прощать, силы у меня тоже есть. Однозначно они у меня есть. А, просто зачем? Я задаю себе вопрос. Вот для чего? Должна же быть что-то сделано для чего-то. Вот для чего? То есть злобы на Татьяны, вот прям злобы у меня нет. Вот чтобы мне была прям злоба, вот прямо чтобы злилась, такого у меня нет. А, вот. Ну и мириться с ней, вот какой, что даст мне. Хорошего ничего, плохого может дать. Вот у меня вот, вот такой подход к этому вопросу. Вот и все. На синем фоне вас хорошо видно. Да. Да.
У Беточки теперь своя страничка, да. Бетусик Блум, Блум, по-моему. Сейчас я прикреплю. Сейчас я прикреплю. Бетусик Блум. Вот, по-моему, так. Ой, как пояс. А, ну, и поплывем на ролик, хотя бы на местах. Ну, при чем? Одна бока, Мария, говорит, что у тебя есть перспектива, а потом со мной опускаться до нее. Стать на одну уровень. Вот это низко. Ой, не знаю, не знаю, девочки, давайте не буду об этом, вообще не хочу это обсуждать. Значит, им не было больно, может быть, то, что наговаривали друг другу. Я очень близко к сердцу все принимаю. А, да что? Очень близко принимаю все к сердцу. Мне очень неприятно, когда люди обо мне вот так вот и прям так нож в спину усаживают. Я не способна на это. И людей, способных на такое, я не очень люблю и не очень... Вообще мне с ними ни по одной пути вообще никак. Вот так вот. Как-то так. Правильно ты говорила, что отольются... Правильно ты говорила, что отольются кошки-мышки не слезки. Таня приревновала Свету к мужу. Несколько эфиров вещала про это. То ли еще будет. Подождите. То ли еще будет. Да. Добрый день, Евгений. Я в аэропорту, вот сажусь в самолет и улетаю. А на Бетусика подписывайтесь, пожалуйста, на мою чучундрушку. Так мне испанский нравится, прям не могу. Это очень быстро говорят, и все очень много используют. Контракента, контаконта, что-то такое. Кукарача. Пьяный в эфир выходил. Ой, новости какие. Ой, новости-то года, новости. Ой. Ай, ну да, где оба так. Бегамос прессис. Вот это новости. Pero lo había comprado completo desde México. Ah, eso es lo que yo le decía a mí. Porque si no, entonces... Блин, из всех ваших открытых окон не вижу одного, ни одного комментария. Это странно. Перезагрузите телефон. Окей, окей. All right. Ой. Где мой? Where is my seat here? Can you see? See the number. Ah, 44? Ah, this is 52. All right. HP.
Ярский огонь. Привет, Аллочка, привет. Вы будете встречать Новый год. Все-таки не в Москве, а в Китае. Потому что приезжают Таточка с Беточкой. Но дело в том, что они приезжают после Нового года. Красотка Коко, привет! Вы, вы грузинка или нет? Я грузинка, да, я грузинка. Приветики, приветики, всем здрасте, здрасте. Я думаю, что я не буду садиться на свое место, или как быть, мое место пустое. Вот, никого нет. Может, я одна буду тут сидеть? Никого нет. Ура! Ура, ура, ура! Сейчас буду все складывать. Наверх. Ой, надеюсь, что никто не подсядет ко мне. Надеюсь, что я буду одна лететь. Обожаю грузинов и Грузию. Когда на родине были? Была на родине. Сейчас скажу. Вот когда я развод делала последний раз, вот на документы подавала на развод мужем. Ну, это было где-то полтора года назад. Или два года назад, может, даже. Даже больше. Марина, платье из эко-кожи опять в моде. Да, опять в моде. А Кристиан Диор сделала шикарную коллекцию. О, ко мне подсели. Музыка в самолете прикольная. Как вчера прошла встреча с китайцами? Нормально, нормально. Маечка, приветик, хорошего полета. Спасибо, ребяточка. Долго лететь. Ну, 2 часа примерно. Сколько ли? 2 часа. Всего 2 часа. Кормить будут самолеты? Конечно, будут. Так. Ты ложишь на то место и точка. Не бойся самолет. Самолет летит. Нет, я вообще не боюсь. Я столько летаю, что у меня даже... А? Is it yours? Oh my god, okay. Yours is here. Okay, I can sit here, it's okay, no problem. Just we need to give the way for this lady. Okay. Меня окружили, к сожалению. From which country? Are you from? From which? You are asking me from which country I am. I'm citizen of 2 countries. I'm Georgian and Russian. Do you know Georgia? It's small country but very beautiful. Where are you from? China. Ah, yeah. Oh, okay, you're Chinese. Good. Девочка Марина, привет, куда летите? Рогураха, а это, наверное, вы хотели написать Рогураха. Цалиян каргат кмадлот.
сумасшедшая женщина. В хорошем смысле. Обожаю вас, красотка. Спасибо вам большое. Светочка. Грузия не знает иностранцев, да. Многие не знают, кстати, да. Georgia, Genazole. Thank you. Марина, вы всегда на том позитиве. Спасибо, да. Стараюсь, но иногда бывает накрывает. Девчонки, не знаю, вы, конечно же, мы не одна семья. Я хоть называю одной, ну, инста-семья, всегда так говорю. Но в моем аккаунте и в моих эфирах всегда намного, ну, очень позитивные люди и очень хорошо ко мне относятся, я чувствую это. Поэтому могу сказать, что иногда так бывает, накроет. А вот так бывает, что прям невозможно. А потом опять беру себя в руки и вперед. Ну, куда деваться, что делать. И, в принципе, в этом ничего плохого нет. В этом мы так и развиваемся. Китайцы до Грузии еще не добрались. Ага, китайцы до Грузии еще давно добрались. И вообще все закупили уже. Да, красавица, держать. Как держать? Так, маленькая, далеко ли вы летите? Лечу я, в Гуанчжоу, а летала я в Шанхай. У вас там музыка для сна? Не знаю. Для чего? Успокаивающаяся. For relax. Я пропустила новости, есть какие? Я пропустила новости, есть какие? Нет никаких, но абсолютно. Манечка, поменяй очки, они вам не идут. Но мне не нравятся, они нормальные. И очень их хорошо вижу. Да-да, счастливого пути, спасибо, дорогие мои. Хорошо относимся, потому что вы хозяйка своему слову, не бабука. Так, некоторые. Спасибо. Так, Мудгуз, привет. У Ковалевского сегодня внучка Вера родилась. Надо поздравить. Вот с этим событием надо поздравить. Это действительно большое событие. Да, он говорил, что он должен был родиться в ноябре. Да. Ну, очень круто. Софочка и Верочка теперь. Ой, как здорово. Ой, круто. Ну, это действительно, да, надо поздравить. Да. Это, с этим я обязательно поздравлю его. Это большое событие. Я все отпускаю в Грузии теперь. Вау, круто, здорово. Вот как здорово, когда ты улыбаешься. Сколько языков знаете? Много. Много. Неправда, идут очки. Ну, очень многие говорят, что идут, очень многие говорят, что не идут. Но мне они очень нравятся. Я, знаете, когда уже с прической, я сейчас, конечно, в таком состоянии, два дня как совраска бегала тут. Естественно, сейчас видок потрепанный, потрепанная женщина. Вы не собираетесь с африкантовой мириться? Ну, а зачем? Когда-то нас вызвали на дом 2, и был прям эфир, когда она говорила вот это, я вас сейчас всех обоссу. Помните вот этот эфир?
прям вот он, ну и все шли против нее. Я, конечно, очень хотела ее засадить, но настолько ее засадили все остальные, что я как-то мягко высказалась. В конце я с ней помирилась и сказала, я посмотрю. И это засняли, кстати, это засняли. Это потом вот, это уже вне эфира сняли и показали. Посмотрим, Татьяна Владимировна, насколько вас хватит. Тогда она ко мне подошла, ну, Мариночка, я ж тебя так люблю, зачем ты меня так? А вот, я говорю, если бы ты меня любила, так бы обо мне плохо не говорила, Таня. Я говорю, я тебя прощаю, мы с тобой миримся. Но я говорю, посмотрим, Таня, насколько тебя хватит. Ушла оттуда и начала опять про меня горлопанить. Всякую ерунду. Вот и все. Человека на 2 часа не хватило. Какой смысл с этим человеком мириться? Один раз я уже попыталась, сделала так. Очки суперстильные, Марина. Ваша речь все медленнее. Музыка, релаксацию. Убаюкивает. Это да. Правильно, поздравь Ковалевского и разблокируй назло всем. Да, наверное, так и поступлю, да. Наверное, вы. В хороших отношениях с Ковалевским. Я вам скажу так, мы в никаких не отношениях, ни в хороших, ни в плохих. Просто я хочу, чтобы он меньше про меня говорил, поэтому я все это устроила, чтобы, ну, все утихло, чтобы вот вообще он про меня не говорил. Я вот вообще в эфирах я не хочу, чтобы он мне косточки перемивал и таточку вспоминал и постоянно про нас говорил. Напрягает, вот сильно напрягает, реально напрягает, поэтому отошла и все. И мы также не в недоумении, вы могли. Ну вот, и на старуху бывает проруха. Вообще, как я могла поехать в Туапсе, с этого начнем. Как я не хотела, я очень не хотела туда ехать. Если бы не Саша, я бы в жизни бы туда не поехала. Никогда. Это вообще... моя огромнейшая ошибка изначально. Слышала, что Оля Рапунцель выиграла. Вообще справедливо, что Оля выиграла. Вот честно я вам скажу, это справедливо. Более чем справедливо, уж сколько лет Оля сидит там, и чего только не прошла, и чего только у нее не было. Вот. Вы молодец, уважаю вас. Несмотря на то, что вообще Олю не люблю. Вот правда, не люблю Олю, она тоже такая лицемерная, двуличная, какая-то вот вообще, такое может брякнуть. Так хорошо к Василиске отношусь, но мне ребенок нравится, правда, хорошая девчушка. Я подхожу, значит, ну, какой-то эфир был, я подхожу, и я говорю, красавица, такая холёшенькая. Ой, уберите, пожалуйста, ребенка, а то сглазят всякие тетеньки, тут смотрят на нее. Она говорит, я чуть не офигела. Я вообще не глазливая, я с такой, так от души к ней подошла, прям вот с такой любовью, что, ну, в таких эмоциях и в таких, когда ты находишься на таком, с такими, знаете, позитивными мыслями, ну, невозможно сглазить ребенка. А вот, а она вот такое ляпнула, чуть не офигела, смотрю, думаю, господи, идите вы все в жопу. Это диагноз. Не говорите о ней. Это ссылайте официантовое свое найти. Да. Просто после того, что так все дошло до судов. Пойти встать опять на уровень. Дурочка и дешево. Да, не говорит о вас. Ну вот это потому, что я так как-то вот и заблокировала, и возможности у нее не было, как бы у нас общаться, и как-то на нет свела это. Если бы я постоянно
если бы он у меня был на связи, это бы продолжалось и продолжалось бы. Фейк Раисовна пришел. Лена предупредила нас в сторис. Кто такая Лена? И кто Фейк Раисовна? Так, вроде Мариночка, на добрый день, боже, что Рапунцель несет. Привет, Приднестровье, привет, Мариночка, мой молодец. Здравствуйте. Ну да, 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 да. Она выставляет каждый раз и не боится сглазить, а тут прям я сглажу ее. Тем более с такой любовью. После Беточки я всех детей просто боготворю. Вот обожаю всех детей. Вот. Вчера Агибаловой тоже претензии предъявила, что та ее блоки держит. Но она не может ее разблокировать, она не умеет. Иногда я тоже забываю. Иногда вот попадаю, а иногда мне надо кого-то разблокировать. Ищу и найти не могу, как это сделать. Бывает такое? Куда летим? Летим. Летим в Гуанчжоу. Такой мужчина, как Саша, каким не останется, у него в Тае шикарные подружки. И еще Оля в Москве, он выбирает, наверное. Вам тоже желаю женского счастья. Один не останется, не останется.